празднику Крещения Господня в Екатеринбургской епархии силами прихожан, храмов и организаций традиционно открываются крещенские купели. Священнослужители по просьбе устроителей Иорданий 18 и 19 января проведут чин освящения воды. Напомню, воду на крещение освящают два раза. Накануне, 18 января, в крещенский сочельник, чином великого освящения воды, который еще называют великой агиасмой, после божественной литургии. И второй раз, в день Богоявления, 19 января, также после божественной литургии. Большинство епархиальных купелей в уральской столице и ее окрестностях оборудованы на водоемах. А в Екатеринбурге купели будут оборудованы при храмах, а также в монастырях епархии. Всего по Екатеринбургской епархии будет оборудовано порядка 30 иорданий. Их адреса можно узнать на сайте епархии.